100-тысячный экспонат дополнил коллекцию Волгодонского эколого-исторического музея. Приехав в Волгодонск совсем недавно, этот предмет старины не только украсил экспозицию, которая сегодня открылась на Ленина 53, но и стал очередным этапом и своеобразным достижением в многолетней истории музея. Тему продолжит Анастасия Дубас. Разливаясь мелодичным перезвоном, 100-тысячный экспонат эколого-исторического музея в очередной раз напоминает всем о том, как быстротечно время. Каминные часы, выполненные в готическом стиле, по праву могут оценить любители французской художественной бронзы. Литье с четкой детализацией отдельных элементов, с золочением и чернением дополняют элементы ручной росписи полихромными эмалями. Французские вообще вот те художественные бронзовые предметы, они, как правило, приобретались богатыми людьми для украшения своих роскошных интерьеров. И данные часы, они бытовали в семье известного донского промышленника, хлеботорговца, шахтовладельца и пароходовладельца Елпидифора Трофимовича Парамонова, известного донского мецената и ценителя искусства. Впрочем, часам в выставке под названием «Когда к истории хотим мы прикоснуться» сотрудники музея отдают центральное место, тем самым пытаясь обратить внимание людей на то, как на самом деле коротка жизнь и как важна каждая секунда. Экспозиция объединила 250 экспонатов, среди которых отголоски различных стран и различных эпох. Безусловно, одним из самых ярких является вот этот мотоцикл К-750. Произведенный в 1951 году, он был отреставрирован силами волгодонских умельцев и теперь занимает центральное место в одном из залов эколого-исторического музея. Ювелирные украшения, предметы дамского гардероба, оружие, роскошные фарфоры, даже коллекция тульских самоваров. Многообразие стран, вкусов, взглядов и религий, как еще одно напоминание о толерантности. Свою работу выставка начала уже сегодня. Всех желающих прикоснуться к истории она ждет по адресу улица Ленина, 53. Анастасия Дубас, Евгений Иванков, новости ВТВ.